Всем привет, друзья, с вами Коржик, это игра Русская Рыбалка 4, и сегодня хочу снять маленькое коротенькое видео о реке Тунгуска. Значит, и здесь я ловил на махе одну интересную рыбку, которая называется елец сибирский. И для начала я сразу же хочу посмотреть с вами садочек. Значит, ловил я ровно 1 час, смотрите, друзья, 19 минут назад я закончил, а начал час 22, то есть ровно 1 час и 3 минуты я ловил. У меня вышло 50 хвостов, значит, основной, конечно, это елец сибирский. Был прилов омуля, ряпушки, тугун был, конечно же, хариус и валек один был. Что у нас по ельцу? Если определить по массе, самый крупный был 211 грамм. Если я не ошибаюсь, трофейный елец здесь 250 грамм. То есть, ну, считать его недотрофом, это, конечно, ну, хреново. Это, ну, не хватает. Большой вес не хватает, но сказать, что нельзя закрыть трофеи, это неправда. Трофеи здесь можно закрыть, если постараться. Простояло 1 час, вышло у меня вот столько вот ельца. Что у нас вышло по фарму? Значит, по фарму вышло 346 монет. 346 монет вышло, друзья. И что для махов, я считаю, вполне нормальным фармом. Те, кто любит махи, обязательно нужно посетить это место. Значит, где я ловил? Ловил я вот здесь, вот прямо возле магазина, на пристани, находимся это мы вот здесь вот, значит, глубина здесь 30 сантиметров, я ловил 30 сантиметров, оснастка у меня 2,2 килограмма была флюорокарбоновая леска, поплавок из пера, не знаю почему, мне нравится этот поплавок, он максимально чувствительный, крючок маленький 18 на бутерброд, если бутерброда нету, то просто ловите на муху. Что по поводу крючков? Этот крючок считается как бы крупненький для этой рыбы. Тем самым мы ограничиваем прилов тугуна и елец более крупный. Можно поставить здесь крючок крошечный 22-й. Тугуна будет намного больше, но и елец будет тоже мелкий. Поэтому, если вы рассчитываете закрыть трофеи, то есть смысл, наверное, не буду я вам советовать, я просто говорю свои мысли, что, возможно, есть смысл поставить даже еще крупнее крючок, например, 16-й, чтобы именно закрыть ельца. Тем самым мы полностью ограничим поклевки мелкого ельца и тугуна. Если вы хотите просто ловить все подряд, то можете поставить крючок 22-й крошечный, чтобы был и тугун, и елец. Вот такие вот, друзья, дела. Значит, как я ловил примерно? Я стоял вот здесь вот, у меня мах 7-метровый. 7 метров на 50% я усилия создавал и забрасывал вот под таким вот углом. Не знаю, возможно, это 45 градусов, где-то примерно в таких вот районах. И проводка по течению, ждал, когда клюнет. Клевало довольно-таки хорошо. Не знаю, сейчас будет клевать или нет, потому что я уже час здесь простоял. Ну, конечно, не подсечки тоже всегда будут. Опять забрасываем, ждем. В основном клюет все в какой-то одной полосе, как бы. Сейчас я вам объясню, в чем прикол. Кто это у нас? Ну вот елец сибирский, что я и хотел доказать вам. Где-то вот так вот я стоял, и примерно рыба находится как бы в одной полосочке, как бы типа вот здесь вот она находится. Если вы прям кинете сильно, то клев тоже будет хуже. Кинете не очень сильно близко, вот сюда, например, клев тоже будет херовый. Вы примерно должны понять, что примерно где-то вот в этой полосе, то есть как бы покидать, проловить одно место и понять, что именно вот в этой полосе для вас будет самый лучший клев. И тогда елец прям именно пулеметит. Качаете мах, наслаждаетесь ловлей и даже немножко подфармливаете, как бы 350 монет за 1 час чистого практически. Это... Что такое? Что тебе не нравится, поплавочек? Что, в принципе, тоже нормально. Поэтому, друзья, приезжайте. Координаты сказал, глубину сказал, крючки показал, фарм показал, карту показал. Клипса здесь нету. Все, друзья, всем удачи. Ельца вполне можно закрыть. Пробуйте даже ставить крючки покрупнее. Все, всем пока.